Всем большой привет! Вы на канале Мясожор. Сегодня приготовим салат из жареной свинины. Я очень люблю такие салаты. Теплые, холодные, с майонезом, без майонеза, с рыбой, с мясом, с одними овощами. Все равно. Главное, чтобы был очень вкусный салат. И сегодня мы попробуем приготовить именно такой салат. Для приготовления мы будем использовать жареная свинина, уже заранее обжаренная небольшими кусочками, 250 грамм. 3 яйца вареных. Зеленый горошек. Нам понадобится только 100 грамм. Репчатый лук. У меня огромная лучина, поэтому вы берите, если что, половину луковицы или небольшую. 2 соленых огурца. 1 яблочко. Лимонный сок. Там пару столовых ложек нам понадобится. Майонез 150 грамм. Кто не любит майонез, не переключайте, не выключайте, пожалуйста. Майонез в этом салате может подаваться отдельно. Зелень. Сахар. Перец черный молотый, ну и, конечно же, соль. Все. Мясо нарезаем соломкой небольших размеров. Перекладываем в салатницу. Добавляем также соломкой нарезанные яйца. И измельченный лук. Добавил зеленого горошка и зелени. И теперь все хорошенько перемешаю. Добавляем нарезанные тоненькими полосочками огурцы и кубиками порезанное яблоко. Вот так вот. Еще раз перемешаем. Посолим. Добавим немного сахара. Буквально 2 щепотки, 3. И немного черного перца добавлю. Но если любите поострее, то, конечно, добавьте больше. Польем 2 столовыми ложками лимонного сока. Все, теперь еще раз основательно перемешаем. На этом формирование салата у нас уже заканчивается. Вот что получилось у меня в итоге. Надеюсь, будет вкусно. Сейчас будем дегустировать. Да простят мне это враги майонеза, но я смешал с майонезом этот салат. Смешал, да, каюсь. И попробую его в таком виде. Просто невозможно оторваться. С майонезом он намного сочнее. Ну а так, в общем, классный салат. Даже без майонеза будет, поверьте. Попробуйте, приготовьте. Всем удачи. Готовьте с удовольствием. И пока. Если вам понравилось, то жду ваших лайков, а также предлагаю вам посмотреть другие мои видео.